выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске. Терамобил на Янаульской 1А. Традиционно форум был разделен на несколько образовательных площадок. В одной из аудиторий с ребятами делились лайфхаками прохождения собеседований. В другой рассказывали о стартапах в бизнесе и образовательных грантах. Также юные нефтекамцы смогли лично познакомиться с успешными предпринимателями, узнать их путь к достижению благополучия и задать все интересующие вопросы. Сами по себе зачатки предпринимательства, они по природе заложены у 3% только населения. Я надеюсь, что после сегодняшнего именно дискуссии, общение с предпринимателями, мы сумеем выработать у нашей молодежной аудитории предпринимательские навыки. Город, тем более наш Нефтекамск, со статусом территории опережающего развития, я надеюсь, что в этом ракурсе вот этот форум будет подмогой в развитии предпринимательских навыков, потому что надо отходить от однотипной экономики, которая, получается, заточена под ведущие только отрасли хозяйства, уже неким предпринимательским идеям и альтернативным производством. А в это время в холле филиала расположились представители различных объединений и центров, созданных талантливыми молодыми людьми. Они решили презентовать себя на форуме и рассказать, как можно добиться успеха на избранном поприще, какие возможности дает правительство республики и страны тем, кто готов трудиться во благо. Мы занимаемся реабилитацией, также абилитации детей с трудностями, с особенностями в развитии и занимаемся с детьми с инвалидностью. Проводим различные коррекционные занятия, развивающие занятия для того, чтобы дети с трудностями смогли преодолеть свой дефект и улучшить свои жизненные условия. Мы тесно работаем с родителями и вне занятий с детьми выезжаем в различные, проводим мероприятия, выезжаем за город, в лес выезжаем, чтобы не только занятия у них были, но и досуг достойный. Помимо привычных образовательных модулей, в процессе форума были и не совсем типичные для данного мероприятия действия. Такие, к примеру, как съемки республиканского молодежного поэтического марафона «Не русский я, но россиянин». В программе форума запланирована интерактивная молодежная выставка, куда приедут наши молодежные объединения города, презентуют себя и пообщаются с участниками форума. Естественно, интересные образовательные модули. Мы пригласили лекторов с города Уфы, из города Казани. Будем рассматривать проектную деятельность, волонтерскую деятельность. Также акцентируем внимание на предпринимательской деятельности. Также в рамках форума мы проводим республиканский марафон, который идет по всей республике, вернее, принимаем участие в нем, который посвящен столетию Мустая Карима. Во второй половине дня 15 человек защитили собственные проекты и получили сертификаты участников форума «Старт в карьеру 2019. Будущее начинается сегодня». И действительно, будущее этих молодых ребят начинается именно сейчас. Все зависит от выбора профессии, целеустремленности на пути достижения поставленных целей и, конечно же, от знаний, полученных не только в стенах учебных заведений. Зульфия Амирова, Азат Давлетшин. Время новостей.